подогреваете таким способом автомобиль, потому что может произойти замыкание электропроводки, то есть вот, в итоге у нас произойдет возгорание в квартире, возгорание автомобиля. Но если вдруг у вас во время пути вы услышали запах гари или увидели дым, остановите автомобиль, не подайте в панику, вызовите 112 и пожарную охрану 101. В связи с наступлением первых морозов сотрудники МЧС напомнили лангепасцам о правилах безопасности во время отогрева автомобилей. Не рекомендуется использовать паяльные лампы и газовые горелки, а также самодельные устройства. Кроме того, запрещается накрывать двигатель одежды одеялом, изделиями из воспламеняющейся ткани. Причинами пожаров наиболее частыми являются это электротехнические причины, ввиду того, что граждане используют дополнительное электрооборудование, нештатное подключают. Кроме этого, допускают использование горючего материала для обогрева двигателя в качестве утеплителя. Вместе с тем, частыми причинами пожара является нарушение требований пожарной безопасности. Гражданами используются удлинители в качестве питания электроподогрева. Если ликвидировать возгорание не удалось своими силами, следует отойти от автомобиля на безопасное расстояние и вызвать пожарных по номеру 101 или 112.